И далее подробности рабочей поездки. Глава государства ознакомился с работой ситуационного центра. По словам акима Алматы, он является эффективным местом для принятия решений. Сюда поступает информация более чем с 50 организаций города. Это служба 109, Сергек, Метрополитен, ДЧС и многие другие. В соответствии с поручением президента страны особое внимание уделяется и безопасности детей. В прошлом году все школы и детские сады Алматы оснастили комплексными системами безопасности, а для быстрого и более успешного сбора и обработки информации в 2025 году планируют внедрить систему искусственного интеллекта. Искусственный интеллект должен служить повышению благосостояния, благополучия граждан и, в частности, жителей Алматы. Поэтому я поощряю ваши планы внедрения инструментов искусственного интеллекта. Это первое. Во-вторых, обратите особое внимание на транспортную ситуацию в городе. Она видна невооруженным взглядом. Очень актуальная проблема. Здесь вот искусственный интеллект должен сыграть свою роль. Затем Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад по развитию транспортной системы мегаполиса. По словам президента страны, реализация новых проектов в этой сфере будет способствовать росту инвестиционной привлекательности Алматы и обеспечит повышение качества жизни горожан. Президент страны призвал ускорить подготовку соответствующих документов и приступить к реализации проектов. Глава государства посетил восстановленное здание городского акимата. В ходе реконструкции здесь применили современные материалы и технологии. Это позволило сделать здание энергоэффективным. При этом не забыли и про его историческую значимость. Восстановлена мраморная отделка фасада, а внутренние декоративные элементы из латуни и натуральных камней воссоздали в первоначальном виде. Сейчас идут работы в 4-м павильоне, который больше всего пострадал от пожара. Полностью восстановить акимат планируют до конца февраля.